Так и здрасте, народ, это Альвинос, это, наверное, последняя уже серия этой волокиты, ну, просто я не знаю толку, да, продолжать. И вот, видите, остались старые рецепты, как их, где он сохраняет их, я так и не понял, ну, вот мой рецепт, короче, каждой твари по паре, вот, надеюсь, этот рецепт сработает. Давайте проверим. Я сделал вот такой вот рецепт. Gold. Как он? Diamond. Сумочка. Куда она исчезла? Diamond. Куда она исчезла? Я же из нее ничего не делал. Да в смысле, блин? Ай, вот же она, ё-моё. Так, у нас так получается этот. Если я делаю такой рецепт, то у нас не хватает... так, у нас не хватает... импровод. Это у нас призмарин и циан. Так, призмарина у нас надо раз, два, три. А сам он делается из чего? Ничего, я смотрю, ничего, не то смотрю, да? Беленькая сумочка, мне надо импровер этот вот. Этого у нас есть? Нету. Для этого мне надо 9 лапис лазури. Раз, два, три, пять, шесть, семь, восемь, 9. Пойти сюда и ее перелазуритить. 9. Так, и этот у нас есть. И циан. Цианитовый циандай. Так, это у нас будет... я рандомно там взял, использовал, что мог. Так. Это сюда. А, ну, в принципе, я их могу ставить. А, хотя, в принципе, вот так. Сюда. 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 И нам дальше надо этот самый Improved Coal. 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 Нету, да? У нас, значит, его создать надо. Так более интереснее. Improved. А, Void. Это у нас void. Void есть. Так, что мне там в руки дали? Я не понял. Откуда у меня ведро взялось? Так, void кристалл. Давайте блок сделаем, что ли. Мы маленькими партиями не воруем. Так, usage. Дешевле немножко. Charcoal, flint, stone и black и черный. Чаркол есть. Флинт у меня должно быть до хрена. Не вижу. Флинт. And steel. Потом black. Блацк. Что-нибудь блацк есть? Нет. Вот они. Сак. И... камушек. Так. Блок вот этого void кристалла. Это сюда, это сюда, это сюда и это сюда. Шел процесс, пошел. Так, взлетаем сюда. Провод, импровод. Так, тебя мы разымпровываем, и тебя мы тоже разымпровываем. Так, для чего ты используешь? Что-нибудь я могу из тебя толкового сделать? Ну, только сумочку на данный момент, только рецепт, который я ввел. Так, вот, готов. Интересно, он сработает? А из этих usage... шок-асорбер, то есть падать могу.
Watch a can можно сделать. Так, ну и пробуем делать сумочку. Chemical bag. Diamond. Diamond сумка. Ну, наконец-то. Так, и я хочу желтенькую, как всегда. Вот, Alchemical Bug. Чем он отличается от Bug of Holding? Тем, что он имеет много места. И если я что-то потеряю, я его опять крафчу, и он у меня все восстанавливает. Вот его отличие. Так, поехали дальше. У нас там была Factory Digital Alchemy. У нас вот можно вот эти попробовать сделать, поскольку они у меня как бы облегчились. Облегчил я себе крафты. Не собираюсь я. Так, Галгари. Что там не хватает? End of Star. Это и еще вот эту надо будет. Еще одну ж надо будет, да? Так. Вот этот энергоконденсер первого уровня. Окей. Там же всех трех уровней надо будет. Да, все. У всех трех. Значит, энергоконденсер второго уровня. Давай. Дидидинь. Вот. Или энергоконденсер третьего уровня. Но, дидидинь, вот, спасибо. Квест, ну, типа, выполнил, да, этот можно. Клайм. Бак, это ничего не дает. И это 40 EMC в тик выдает. Для чего он нужен? Чисто теоретически. Мы можем поставить его сюда, он вырабатывает энергию. И по идее, если я положу уголь, я не знаю, остались ли эти рецепты, если я положу уголь, он превращает его в порох. Порох он превратит в глоустон. Глоустон он превратит. Ему энергии надо, да? Усы. А глоустон он превратить уже ни во что не может. Вот. И поэтому энергия копится, да? Давайте проверим. Если я положу... Эти он... Если я положу вот этот, то он... Вот он до глоустона доходит, и больше ему превращать не во что. А глоустон, по идее, должен превратиться в редстон, мне кажется. Вот. И единственное, что мы сейчас можем сделать, это зарядить нашу стар. Стар. Вот она. Client Star One. Мы можем сделать таких Client Star еще три штуки, да? Можем или не можем? Могем? Раз, два, три. Ага, могем. И сделать два. Так, это и рецепт. Давай еще. Алмазов я насобирал. Где ты? Клайн Стар. Ну, еще в одну, да? И мне надо Client Star одну и из нее сделать четвертную, да, вот она, Client Star. Ну, короче, мы их так поднимаем. Вот, и тут мы ее можем, вот эту энергию, вот, видите, я могу ее забрать сюда, и она будет ее заряжать. Ну, зачем это надо, я не знаю, потому что эти предметы, они не используют данную возможность. Ладно, идем дальше. У нас есть антиматерия реле. Что там тебе не хватает? Лонглите, обсидиан. А, лонглите. Лонглите. А если я засуну сюда. Сюда вот тебя. Ты даже не лезешь, да?
В общем, у нее такая механика поднимать. Так, лонглита. Для этого... Подождите, а сюда я могу засунуть? Стар, допустим. О, можно. И оре. Оре. Никель, вот это, допустим. Что я там понасобирал? И видите, топлива нету, но она будет пережаривать. Вот, пережаривает так. Перидонтит. Вот она сжигает энергию. Но она в то же время и сверху, вот с помощью вот этой вот штуки, забирает энергию на себя и свой. Ух ты. Она от так. Оре. Что у нас тут есть такого? Копер, оре, кол не хочу. Вот копер до хрена. Вот. В смысле? Ты не пережаривайся. Жарися. А, и не туда. Вот, знаете, копер оры. Трать мою звезду полностью. Так, мне надо... А, лонголит нужен. Альвиновку надо сгонять. Давно там не был. Ой, куда я пошел? О, правильно. Так, лонголит. Лонголите. Ионите. Иродиум. Ауэтиум. Этого я копал. Мунторф. Ну, эти тоже заберем. Не надо они тут. Кариолите. А в этим взяли. Пладиум, по-моему, копал. Структур панели не надо. Теперь возвращаемся домой. Сет. Верните меня до дому. До хаты. Так, это мы сюда кидаем. О, и мы будем делать антиматериальное реле. Антиматериальное реле. TDD, но спасибо. Черное материальное реле DDD. Просто я их сейчас усиливаю. DDD и красное антиматериальное реле есть. Все. Output rat. Вот. А эта штука у нас, насколько я помню, вот, заряжай, да, она сейчас отсюда забирает, и она, по-моему, умеет, что ж она делает, уже забыл, она, по-моему, сжигает металлы, ну, всякую хрень, превращая ее в энергию, да? Да, вот она сжигает, сжигает всякую хрень и превращает ее в энергию. Во. Теперь и можем сделать, по-моему, вот так. Во. Так, а как мне ее отдать? Она может заряжаться, да? А зачем ее заряжать, юзач? Я ее потом заряженную, а как ее разрядить, я уже не помню. Да, видите, она любые предметы превращает в энергию. О, что она умеет делать. Но, чтобы превратить энергию во что-то, надо создать этот вот... Так, тут мы уже все выполнили. Надо создать вот этот вот энергоконденсер. Энергоконденсер, который у нас создается через пень-колоду, и который, в принципе, по умалчиванию ничего создавать не умеет, потому что EMC везде отключено.
Если она где-то, допустим, красная материя была отключена, ну вот нам что надо, энергоконденсер создать, да, потом его энергоконденсер второго уровня, ну делается легко, да, usage, он нам нужен для создания вот этого, креативе модели, ну в общем тут такой он наворотил херню, что Octopo компрессор блок, да, сколько тут у меня типа, ну вот я тут поставил создавать эти блоки, вот тут у меня хоть один создался, еще не один, даже вот этот вот Quantiple есть только. Quantiple usage sextuple, а, был бы sextuple, septuple, quantuple и, ну, в общем, понятно, да? Короче, долго тут создавать, с помощью этого не создать. У него 30 тысяч. Ну, давайте зарядим толку. Правда, от этого толку никакого. Вот можно. А, он умеет ее сжигать, да? Вот, я ее сжег. И ее уже, по идее, не использовать для создания четырех там всяких. Ну, в общем, фигня полная, нафиг она тут надо. Вот. Из-за чего я говорю, что конец. Вот можно попробовать катары этот сделать, но... Или этот Project E. Да, у нас вот есть эти инструменты. По идее, вот рецепт. Оно создается, usage. Из него создается usage. Вот, можно сделать Red Matter Sword. Ну, вот эти, и из этих инструментов как раз создается вот это. Так, надо 4 красные материи блоки. Red материи у меня осталось только 2. Чтобы их сделать, мне надо... Мне надо до хрена чего делать, короче. Вот эти звезды надо, Dark материи блок, мне надо черная материя. Dark Matter 11 осталось. Ну, ее-то я могу понаделать. Чего-чего, черной материи у меня хватает. Вот. Алмазов я тоже понакрафтил. Вот. Можем понаделать черную материю. А, у меня вот этих блоков не хватит. Charcoal Lock. Charcoal Lock. 20 еще материи могу сделать, потом надо идти копать. Ну, короче, он тут, вот дальше я, судя по сборке, он уже не додумал. Вот. То есть дальше, ну нету смысла. Единственное, что вот эти инструменты хорошие, да. И вот я так и не показал. Подождите, а тут есть куда-нибудь шмыться? Где-то ж тут было... Так, давайте смоемся в телепорт. Ну, вот тут бывшие шахты, вот что она делает, она вот подлетает и, видите, она правый клик дает вот такую вот сбор руды, очень быстрый. Но это толку никакого не несет. Видели, пам, забрали. Вон еще. Ага. Это не берет. Вот. Видите, руду собирает. Таким интересным способом. Вот. И это MC ничего не имеет. Это я ввел. То есть толку от этого никакого. Вот. На сих, думаю,
объяснил, в чем тут проблема, что автор что-то не додумал тут дальше и дальше. Ну, вот этот вот мод, ради него стоило вернуться, полетать по планетам. Еще осталось, в принципе, еще одна вещь осталась. Альвинов, кассет. Телепорт. У нас осталось фусионариум. Варп. Давайте на него слетаем. Это уже... Подождите, я так думаю, это то, что я думаю, да. Это фусионариум. И там мы сможем, допустим, ну, нам надо было бы фусионариум. Тритиум, диритиум, гелиум. Ну, мы прилетим, не прилетим. Ну, давай, лети быстрее туда. Так, тут мы это собираем. Так, тут это мы все сюда скидываем, да? Тут долго летит на этот фьюсионариум? У меня топливо хоть есть? Есть. Фьюзионариум. Вот последнее, что я покажу еще. Если мы долетим до туда, наконец-то. Так, ты летишь... Хрена себе, он долго туда летит. Сатурн. Айфов Шторм. Фьюсионариум, вот сюда мы летим. Ну давай, лети быстрее. Ладно, пауза. Нажал паузу и прилетели. Вот он, фьюсионариум. Сюда мы сесть не можем. It's a big gas гигант. Это большой газовый гигант. Да? Я... Фьюсионариум. Тайков. Ну, это пишет, что фьюсионариум. Да? Вот. Ну, туда лучше... Shift. Ну, можем потом попробовать, что будет, если я туда сяду. Но, по идее, мы сюда садиться не можем. Поэтому Game Mode 0, а не 0.1. Так, значит, вот эту вот площадку сбиваем. Ставим сюда. По-моему, она так делалась. Так, берем вот эти вот блоки. Если не ошибаюсь, как-то раз, два, три. Да пофиг, четыре. А вот дальше не очень помню, как там шло или вниз. Что, подвисло? Так, то ли... Так, так маловато будет. Сюда, по-моему. Сюда. Сюда. Так, дальше этот берем. Вроде бы его. Так. Рокет, создатель ракет. И заправщик, да? Так, заправщик. Угу. Дальше это нам, в принципе, не надо. Fuel station. Нам надо электричество. Значит, чпок. Чпок.
Спок. Здесь так, ну, давайте на всякий случай сюда чпокнем. Этот берем. Так, тебе. Провода. Провода у меня где-то были. Так. Тут их нету. Так, значит, они где-то тут. Нет, выкидываем провод. Вот как раз они вот тут лежат, но нам все равно. Так, от сих до сих, от сих до сих, от сих до сих. От этого сюда, от этого сюда, от этого сюда. Во. Так, значит, идем сюда. Делаем разбор, дизассембли ее. Чтобы я мог компоненты брать. Берем, допустим, раз, два, три, четыре двигателя. Неважно, как они стоят. Иди сюда, дорогой. Вот, берем баки. Тинг, 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 тинг. Побольше баков желательно. Тин, 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 тин. Вроде бы так. Вот этот компьютер, не помню, наверное, он нужен все же. Вот. Так, у него это есть хрень? Нет. Чипа нету, да? А в тебе чип есть. Ну, у нас 64 чипа. Так, Station вот этот вот ставим. И Advanced Rocketry. Тогда делаем так. Танк. Танк. Где наши танки? Что-то не показывает. Ладно, давайте тут. Танк. Не. Advanced Rocketry. Нам нужны вместительные баки или танки. Резервуар. Он, не он. Линза. Прессоры танк. Так, прессоры танк. Блин, мне рецепт покажи. Рецепт. Ага, он. Так, прессоры танк. Значит, танки все же. Танк. А, не так пишется, танк. Так, прессоры танк, вот он. Раз, два, три, четыре. По-моему, так делается. Я могу ошибаться. Два, три, четыре. Давайте на двигатель поставим. Какая разница тут? Главное, чтобы танков чем больше было. Так. Энергия есть. Капсули с топливом. И не надо это. Капсулы с топливом. Ну, естественно, топливо, да. 64. Дальше скан. Ага, не работает. Вот насчет этих не помню. Может, этот надо? Точно не помню, как там делается сейчас. Вроде эти нужны. Но должна остаться дырка. Дырень. Вроде бы так делалось.
Вулкан. Нет. Или вот этих не надо. Сюда. Искрит. Нет, что-то я не так сделал. А, эта балка должна быть за, наверное. Так, и балку надо взять. Я говорю, балку взять надо. Ай! Ну, а теперь... Блин, а как же она создается-то? Или еще выше должна быть? Забыл. Надо идти смотреть. Сейчас вернусь.